Жители сделали свой выбор. Вновь избранный глава Протокского сельского поселения Евгений Дмитриев официально вступил в должность. О планах и перспективах развития поселения смотрите в следующем материале выпуска. Сессия Совета Протокского сельского поселения, где состоялась церемония вступления в должность избранного главы поселения, прошла в зале сельского дома культуры. На мероприятии присутствовали депутаты Совета, а также приглашенные жители поселения и общественники. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянской Анатолий Чумаков проинформировал собравшихся о результатах выборов. В Протокском поселении избиратели сделали свой однозначный выбор в пользу кандидатуры Евгения Дмитриева, который уже успел здесь зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. У вас приняли в голосовании участие по вашему поселению 61,99% избирателей. И победителем оказался из трех кандидатов. Это Дмитриев Евгений Викторович, за которого отдали голоса 83,46% избирателей вашего поселения. Это высокий результат, это высокий вотум доверия непосредственно вашему главе. Депутаты Совета Протокского поселения единогласно проголосовали за вступление в должность Евгения Дмитриева. Анатолий Чумаков поздравил главу с этим событием и вручил ему служебное удостоверение. Заместитель главы Славянского района по вопросам строительства, архитектуры и градостроительства Тамара Берсенева передала Евгению Дмитриеву приветственный адрес от главы Славянского района с наилучшими пожеланиями. Достичь намеченных целей, успехов, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Глава Протокского сельского поселения Евгений Дмитриев поблагодарил избирателей за оказанное ему высокое доверие и заверил собравшихся, что не подведет земляков, продолжив курс на социально-экономическое развитие. Уважаемые коллеги, уважаемые односельчане, только совместными усилиями мы сможем сделать нашу жизнь более комфортной, насыщенной позитивными событиями и полезной обществу. Я думаю, что свое дело я знаю и люблю, и доверие оправдаю делами. Давайте пожелаем нам вместе с вами в добрый путь, и пусть у нас все получится. Вместе, только вместе мы можем это с вами все сделать. Спасибо вам за оказанное доверие. Я очень ценю вашу помощь и поддержку. Самые добрые слова в адрес главы поселения прозвучали от депутатов районного и местного советов, священнослужителей и ветеранов. Все они надеются на плодотворную совместную работу, которая принесет новые успехи в благоустройстве. Вы знаете, не возникало проблем. Именно каких? То есть, если есть какие-то сложные ситуации, мы мгновенно их решали. Человек слышит. Он действительно на своем месте. Он поможет. Настолько легко и просто принимать решения, когда ты можешь, как говорится, ты чувствуешь плечо, ты чувствуешь поддержку. За этот небольшой промежуток времени мы провели немало мероприятий. Евгений Викторович – это как раз-таки тот человек, с кем мы будем идти легко. Вперед. И я уверена, что все планы, все стремления, все желания, которые есть у него, мы в жизнь претворим. Евгений Дмитриев родился в этом сельском поселении, здесь начинал свою трудовую деятельность, хорошо знает людей и не понаслышке знаком с вопросами, требующими решения. Полгода я уже здесь работал, до этого исполняющим обязанности главы, вник, в принципе, во все нюансы, которые существуют, побывал во всех уголках нашего поселения и сегодня четко и ясно представляю ту программу деятельности, которую на ближайшие 5 лет нам предстоит сделать. Предстоит очень много и, конечно, не только деньги решают, да, вот говорят сегодня, денег там нет, того нет, всего нет. Не только решают деньги, решает, конечно, вот, то, с каким настроением вообще население относится к власти. И вот наша задача сделать так, чтобы власть и население это было единое целое. Чтобы проблемы людей мы слышали, чтобы проблемы людей мы решали. В ближайшее время, уже сегодня составлен четкий план на следующий год, какие мы работы будем выполнять. Сегодня есть представление об источниках пополнения доходов. Сегодня есть понятие, как люди могут принять участие в тех или иных мероприятиях. Выданный Евгению Дмитриеву реальный кредит доверия земляков поможет ему в предстоящей работе на благо жителей Протокского сельского поселения. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».